За какую бы ты сумму мог уехать на этой машине, но без своей резины? На диске? Да, просто на диске. И нужно будет детей по-любому высадить из машины, потому что мы бы вам лучше такси какое-нибудь хорошее заказали. 150. На середине встречаемся. Сколько это середина? 125. Сафонов. Набираем выездную шиномонтажку. Она приезжает, скидывает диски, и человечек, призрачный гонщик, да, будет. На 125 тысяч спорим, что тронешься? Сколько примерно километров? Километров 50. Я думаю, доедешь нормально. Ему пиздец. Давай, газуй. Он как не чувствует эту землю. Это что за колесница? Я в ахуе.